очень рад, что попал в элитные войска, в военную комендатуру Минск. От службы ожидаю всего самого наилучшего. Я думаю, что сделают из нас настоящих мужчин, мужиков, чтобы мы никогда не сомневались и сделали правильный выбор. Нас приняли отлично, как полагается. Будем стараться дальше служить. Ощущения пока еще не до конца понятны, вот только сюда пришли первый день, но я безумно рад тому, что попал именно в эти войска. Я хотел сюда попасть. Вот, и горжусь этим, то, что попал именно в комендатуру. Страха, наверное, нету. Я думаю, мы быстро освоимся. Нас очень хорошо тут приняли, поэтому никакой проблемы не будет, я думаю. Старшие военнослужащие пытаются донести младшему уважение, в первую очередь, как к старшим, так и к младшим. Но главное, чтобы не боялись, чтобы всегда держались стойко и крепко во всех начинаниях. Удачи им. Сразу тапочки все взяли. Сейчас ребята все на месте. Ребята на месте. Соответственно, выполняем задачи по предназначению в нашей стране. На встрече военнослужащих с родителями непосредственно, выходные, предпраздничные дни и так далее. Звонки родителям военнослужащие осуществляют во время для личных потребностей с 19 часов 50 минут до 20 часов 30 минут. Каждый день? Ежедневно.